Всем привет, с вами Мистер Про, и сегодня мы коробим модный Властелин Кольца для Майнкрафта Fake Edition. После данного мода в нашем мире появляется несколько вещей с этой игры, или можно сказать фильма. Во-первых, мод добавляет вот такой новый блок, который называется Бронзой. Дальше у нас, если не ошибаюсь, идет Тин, да. Да, такой Тин, это у нас уже Мифрил, если честно, что это за руда, я не помню. Но также есть блоки из этой руды, к примеру, вот Тиновый блок. Да, такой прикольный, мифриловый, и, конечно, бронзовый блок. Также мы добавляем новые люстры, которые вы можете скрафтить в режиме выживания. Серебряная и золотая люстра добавляет этот мод. И с этой люстры ваш дом станет красивее. Также мод добавляет новые вещи, к примеру, он добавляет такой зеленый кристалл, который очень похож на изумруд, и добавляет такую пыль. Также мод добавляет новую еду, которую вы можете съесть в режиме выживания, если вы сильно голодны. Также мод добавляет новую броню, но, к сожалению, у этой брони есть баг. Если вы оденете ее на себя, то ваш персонаж просто-напросто станет черным. Да, он станет черным нигером. Да, довольно прикольно это звучит, но все же это баги игры. И это неприятно. Но, с другой стороны, это прикольно. И забавно. Как видите, мод еще находится в бета-версии, поэтому здесь еще будут новые версии. Довольно много вещей добавляет мод, довольно много рут, можно сказать, он добавляет. Поэтому скачивайте и оценивайте его сами. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.